Когда-то мы пользовались междугородними услугами, а сегодня у нас сотовая связь. Когда-то мы пользовались телеграфом, а сегодня у нас есть скайп и интернет. И многое другое. И в таких емких нишах, как интернет, как сотовая связь, как туризм, реформация происходит один раз в 15-20 лет. Этот шанс просто нельзя упустить. И я сказала себе, что я этот шанс, конечно же, не упущу. И на сегодня я хочу сказать, что я уже путешествую бесплатно. Я могу подключать людей в свой бизнес, находясь в любых странах по всему миру. И в то время, если в каких-то странах происходят какие-то войны, к сожалению, или инфляции. Но если у вас есть партнеры в разных странах, то это ваш беспрепятственный источник дохода. Мне очень нравится, что здесь есть пассивный доход. Мне очень нравится, что мы имеем скидки от 30 до 70%. Если кто-то хочет просто путешествовать, пожалуйста, пусть путешествует и не строит бизнес. По-любому это выгодно. Вы будете находиться в швейцарском клубе. Вам будет отношение другое, особое, у вас будет гарантия брони, у вас будет гарантия цены, у вас будет круглосуточная горячая линия, где будут на раз, два, три вот просто решаться ваши вопросы. У вас есть возможность отмены брони. Даже за 3-5 дней вы можете отменить свою бронь и 100% назад вернуть свои деньги. У вас будет все время служба поддержки, вас будут обучать, как вести этот бизнес, если вы захотите не просто путешествовать, но и зарабатывать. И вы знаете, иметь партнеров по всему миру – это классно. Путешествовать по всему миру, не зависеть от одного места, не зависеть от начальника, от отпуска – это, конечно же, тоже здорово. Я восприняла эту возможность просто как подарок судьбы. Я приглашаю всех в свою команду. Мы будем весело, классно путешествовать, мы будем зарабатывать, мы будем находить новых партнеров в наш классный клуб по всему миру, где мы будем отдыхать, потому что везде есть русскоговорящие. Мы можем находить наших партнеров, используя интернет, как это я сегодня делаю. Социальные сети, интернет – это огромная ниша. И туризм – это очень прибыльный, такой быстро развивающийся бизнес. Поэтому приглашаю всех в нашу команду. Fireflies – это классная компания. И, знаете, быстро съедают медленных, поэтому будьте первыми.